Тут все кричали. Димон, Димон. Ну я баги на свой, я к вам приеду. Если бензина хватит, конечно. Ну, кстати, он у нас тут никого. Ну вот удивительно. Вез никого. А, да. Спасибо. Мне ему пролетали. Сейчас будет веселый уикенд. Раньше нет. А вообще в Георгополе никто не падал? Нет. Где-то... А у меня человек убегает. Опаньки. Нет, слышал, меня... дверь закрылась, я съебался нахуй. Ну, я дверь открывал, если чё. Не-не-не-не-не, перепол. Нет, я был вот здесь. Я знаю, где ты. И там дверь открылась, блядь. Так что имейте в виду. Тут у меня колюки. На желтой, да, лежал этот. М-ка. Если верить краю, то да. Вы охоту начали, ребята, на него, да? Ну, мы начали смотреть. Слушай, я никого не наблюдаю. Возможно, это глюк какой-то игры или глюк у меня. Поэтому, ну я прям четко слышал звук. Я понял. Двери. Верю. Я просто облизываюсь, блядь, на эти дома, пиздец. Слушай, пошел и плутаю, пошли вместе. Возьмите меня с собой. Сейчас, секундочку. Мне тоже нравятся те дома. А зеленые метки, эти три дома, тогда хорошие дома. Я тоже так подумал. Калаш лежит. Чё там есть один? Чё, там шуха здесь какая-то, нет? Давай, может, замрём, послушаем. Нет, пошли второй этаж. А здесь, здесь, блядь! А мне, на мне, на мне! Пиздец, крыса. Ебать, у него выдержка. Что, убили его? Кто подходит? Мы.